Всем привет! Сегодня 22 октября. Все, вон зверюгу покормили. Носится тут. Пойдем птичек смотреть. Пойдем наверх. Вот такая погодка у нас пасмурная сегодня. Вылетел желтый птенец там. Сейчас буду зеленых отсаживать. По-моему, тут у синих сейчас вылупились там пищат. Давайте сейчас посмотрим. Кто-то пищит там мелкий. Ну там желтый уже просит. Смотрим, кто у нас тут. А у нас тут вот. Сейчас посчитать бы. Ой, один что-то в стороне лежит. Давайте его в кучку. Раз, два, три, шесть штук. Здесь у меня получается самка желтая, самец синий. Шесть барбосов. Посмотрим, как они вырастут. Ладно, не будем, пока не маленькие, лучше не лазить много сюда. Что-то зубики полупустые. Ладно, не трогаем. Тут вон что-то непонятно нанесли. Кто сидит, не сидит, я не обращал внимания. Отсюда, как всегда, все повытаскивали. Здесь и самочка пошла на вторую кладку. Поэтому вот я самцов всех убираю. Ой, самцов. Птенцов. Чтобы они не мешали. Ладно, пусть сидит. Здесь нет никого. Здесь вот желтенькие вылетели. Я почистил гнездо. Новую солому насыпал. Сейчас отсажу зелененьких молодежь, чтобы не мешали там сидеть, кто на вторую кладку пошел. И заодно сразу их прокапаю. Так, берем Stronghold. Вот я нашел в магазине. Чуть не везде он сейчас продается. Отрезаем одну пипеточку сейчас. Вот тут такая маленькая пипеточка. Берем шприц. Деваем иголочку. Набираю. Допустим, если там осталось, я оставляю прям в шприце, чтобы понадобится еще потом сразу. Вот все. Все, ловим птичку сейчас и капаем. Так, ловим дальше. Вот тут еще у меня 5 штучек зелененьких. Сейчас отсаживаю и прокапываю их сразу. Поймали вот такого зверя. Берем, поднимаем крыло у него здесь. Вот кожица. И на эту кожу капаем. Кто-то под на холку капает, но мне вот сюда удобно.
Так, вижу. Все. Следующего ловим. Поймали еще одного зверя. Вот у него уже тут крапинки пошли красненькие. Видно, не видно на голове. Скорее всего, самец будет. Поднимаем. Так. Оп, все готов. Вот, поймали следующего. Так, не дергаться. Все готово. Отсаживаем. Это у нас самец. Я его к самцам. Вон. Вот, поймал очередного. Зверюгу. Сейчас капаем. Так, у меня рука занята. Капну, потом покажу. Все, вот закапал я ему туда. Отправляем к его друзьям. Вот у меня тут садочек такой. Неудобно мне этот. Без помощника. Вот, все здесь. Так, ловим следующего. Все, всех прокапал. Вот у меня еще осталось тут. Закрываю крышечкой и оставляю до следующего раза. А этих все пересаживаю отдельно. Вот уже крапинки красные пошли. Грудка белая. Это точно самец был. Все, отправляем его. Он кусается, какой злючий. У этого грудка тоже пошла. Все. Так, а эту мелюзгу к самочкам я всех. Вот, сразу по три штуки мы закидываем. Ловим дальше. Вот такая переносочка. Раз, два, три, ну, три штуки. Все, сейчас последних двух. Последних двух. И на этом все. Вот все, всех пересадил. Все, вот, адаптировались, кушают сами. Все нормально.
Вот все расселись тут, как на выставке. Ну а на этом все. Всем пока.